Стамбул. Как раньше называли этот город? Не знаю. Стамбул? Стамбул. Стамбул. Без понятия. Канста. Привет. Сейчас я буду у случайных прохожих спрашивать названия старых городов. Как раньше их называли? И посмотрим, как они смогут справиться с ними. Погнали. Только еще подожди, лайк и подписка с тебя, потому что на улице было очень холодно, и я думаю, что ты меня понимаешь. А теперь смотри. Давай знакомиться, меня Саша зовут. Даниил. Даниил, задаю тебе 7 вопросов по городам, да? Отвечаешь правильно, я тебе даю бабусики. Угу, хорошо. Что у тебя по истории было? По истории? 4. Ты на 4 вопроса ответишь, погнали. Время, деньги, да? Да. Стамбул. Как раньше называли этот город? Не знаю. Стамбул? Стамбул. Стамбул. Без понятия. Канста? Константинополь. Ну, видишь же, как легко. Ты что, это знал однозначно? Ну, да. Просто забыл. Просто забыл, да. Чего по истории у тебя было? Ну, и где ты учишься вообще? Я в кооперативном техникуме 4 было по истории. Чего было по географии и по истории у тебя? 3. Ты ответишь на 3 тогда вопроса. Ну, хорошо. Насколько отвечу, настолько отвечу из всех 7. Как раньше назывался город Стамбул? Не помню. Константинополь. Ну, видишь же, знаешь. Ну, это был самый легкий. Ну, это крестовые походы. Это первый крестовый поход. Видишь, какой ты молодец. Ну, что дальше? Константинополь. Ты молодец. Спасибо. Не знаю. Это вопрос на 1 балл. Это самый легкий. Не знаю. Константинополь. Константинополь же, ну, легко. Может быть. На кого ты учишься? Химик-лаборант. Это чуть не твоя специальность, но в целом ты должен справиться. Да. Как называли город Стамбул? Это вопрос на 1 балл, он очень легкий. Просто если я тебе первую букву скажу, ты сразу угадаешь. Подсказывать? Я не знаю. Кан... Ста... Константинополь. Видишь, как легко? Легко же. Так, когда ты знаешь, то легко. Когда нет, то не очень. Екатеринбург. Как называли раньше этот город? Екатеринбург. Ну, в честь Екатерины, а Екатеринбург... Блин. Ну, легко же здесь. Екатерин... А первая буква? Свердло. Вот видишь. Так это с подсказками, конечно, легко. С подсказками легко. Хорошо, я не буду подсказывать, раз ты так хочешь. Так я и не знаю. А вот этого точно не помню. Вообще не помню. Не знаю. Погнали дальше, да? Возможно. С. С? Свердловск. Свердловск или... Вот видишь, что-то видишь, такое. Вот все правильно. Ну да. Свердловск. Ты все знаешь. Да. Молодец. Минск. Как называли этот город? Ой, Беларусь, я плохо знаю. Ну, скорее всего, не отвечу. Это очень легко. Минск? Одна буква. Одна? Нет, просто одну букву надо поменять. Одну букву? Первую? Вторую. Минск. Видишь же, как круто все. Правильно, да? Минск. Не знаю. Там одну букву нужно изменить, букву И. Мен? Минск. Минск. Так, видишь, это вообще как... Это все логично, все логично. Нелогично. Почему нелогично? Хорошо. Зачем одну букву изменять? Ну и видишь, им так понравилось. Батьку-то. Знаешь Лукашенко? Что скажешь про него? Ничего хорошего. Ну, скажи что-то плохое. Не нравится он мне. Ладно, хорошо. Минск. Минск. Видишь, у тебя 3 из 3. Уже неплохо. Уже неплохо, я же говорил.
Ну, бывает такое. Повезло. Минск. Наверное. Нет? Не знаю. Честно. Менск. Менск. Все очень легко. Наверное. Менск. Вообще огонь просто. Волгоград. Как раньше называли этот Волгоград? Город? Волгоград. Волгоград. Волга. Волгоград. Волгоград. Сталинград. Так и звали, Сталинград. Честь. Хорошо. Ну, изи же вопрос. Константинополь или как-то там? Это же Стамбул. Так я не знаю. Там же чё? Волгоград. Сталин? Сталинград. Сталинград. Видишь, как изи все. А, это раньше был Сталинград. Что? Ты молодец. Спасибо. Сталинград. Ну, вот здесь ты просто красавчик. Ты рад собой? Нет. Почему? Я думаю, все очевидно. Сталинград. Почему? Потому что... Краснодар. Как называли этот город раньше? Юг. Ой. Не знаю, не отвечу. Краснодар прям. Екатерин. Екатеринбург? Нет. Нет, не Екатеринбург. Нет. Вот рядом. Екатеринск? Нет. Екатеринск? Как не так? Екатеринодарск. Да. Понятия не имею. Екатерин? Тебе подсказываю. Бург? Нет. Нет. Екатеринодар. Ты вообще молодец. На все знаешь ответ. Да. Самара, как называли раньше этот город? Самара. Так и звали. Куйбу? А, Куйбышевск? Вот видишь, как все легко. Я знаю просто Новокуйбышевск. Там у меня друг живет, значит, Куйбышевск. Не знаю точно. Куйбышев. Вот видишь. Ты все знаешь. Не знаю. Ты все знаешь. Подсказка, конечно. Самара. Самара. Самара? Как в фильме? В каком? «Звонок 2». Не смотрел. А зря. Не люблю ужастики. Ну ты же знаешь, что это ужасы. Ну и что? А. Надо подумать. Куй? Бу? Куйбышев. Вот видишь, легко. Возможно. Последний вопрос на 7 баллов. Куйбышев. Хорошо. Да. У тебя все баллы засчитаны. Вот последний вопрос тебе очень сложный. Ты должна ответить. Хорошо. Нижний Новгород. Как называли раньше этот город? Великий Новгород. Нет. Нет? Ну, просто Великий Новгород, оно обобщенно называлось. Был же один раньше город. А Великий. Гор? Горгород. Ладно, давай, Краба, ты молодец. Завалил почти все вопросы. Да, ты ничего. Подарок не получаешь, к сожалению. Да, стипендий хватает и призовых. Горький. Горький? Да. Почему? Ну... Потому что не сладкий. Да. Нижний. Нижний. Та? Тагил. Нижний что? Тагил. Ты молодец. Ты заварил все вопросы. Я знаю. Из 7 у тебя 0. Все. Что скажешь? Ничего. Нижегородск. Нижегородск. Почему ты так отвечаешь? Вспоминаю просто. Что ты молодец. Давай, Краба. Ты вот почти на все ответил. Ты молодец. Нижний Новгород. А как? Какой город? Нижний Новгород. Го? Понятия не имею. Честно, не помню вообще. Держи бабосики. Спасибо. Куда будешь тратить деньги? Я еще не решила. Давай, Краба тогда. Молодец.